Сотрудники Северодвинского ГИБДД предупреждают жителей города, в понедельник будет перекрыто движение по улицам у площади Победы. Такие ограничения связаны с работами по демонтажу новогодней ели. Северодвинск прощается с новогодней елкой. В связи с работами по демонтажу праздничного дерева в понедельник движение по улицам у площади Победы будет ограничено. С 9 утра до полудня перекроют саму площадь и проспект Ленина от пересечения с улицей Советской до Плюснина. Ограничение не касается автобусного маршрута общего пользования номер 18. По завершении демонтажа силового кабеля движение транспорта будет восстановлено. Сейчас новогодняя ель продолжает стоять в центре города, так что у жителей еще есть возможность попрощаться с ней на выходных.